Уважаемые коллеги, уважаемые бухгалтера, аудиторы, директора компаний, вообще все, кто связан с налогами. Сегодня мы с вами поговорим о медицинском осмотре, а точнее о том медицинском осмотре, который вы, сотрудники ваши, обязаны проходить по действующему законодательству. То есть прямо есть вид специальностей, где вы обязаны проходить медосмотры периодически, там раз в год, это там, когда они работают с вредными условиями труда, спускаются под землю, работают с транспортом и так далее. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что первое, что вы как работодатель не можете заставить сотрудника никаким способом идти и тщательно вот эти медицинские осмотры. Это раз. Вторая позиция, что если вы за них сами платите, то эти суммы не облагаются страховыми взносами, потому что это напрямую предусмотрено действующим законодательством, даже не налоговым кодексом, а предусмотрено, что без такой справки вы не можете его допустить к работе. Потому что если мы будем смотреть налоговый кодекс, статью 422 налогового кодекса, там медосмотр в перечне исключенных из страховых взносов всего нет. Где он облагается? Но многочисленные суды и комментарии самих сотрудников налоговой службы, в том числе самое последнее свежее письмо по этому поводу, где налоговая служба говорит о том, что не надо облагать страховыми взносами. Вот такие чудеса нашего налогового законодательства.